Здравствуйте, Донатас. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, одуванчик наклеен с помощью двухстороннего скотча на мой тестовый переходник. И мой совет. Сначала, когда вы будете клеить одуванчик, во-первых, открутите байонет, приложите одуванчик по калибру, вот таким вот образом. Отметьте границы посадки одуванчика. Затем в месте наклейки одуванчика нужно убрать черную краску. После того, как вы убрали черную краску, наклейте одуванчик с помощью двухстороннего скотча. Вот кусочек скотча вместе с одуванчиком вам присылаю. После того, как вы наклеили одуванчик на скотч, вставьте его в камеру. Вот таким образом. И убедитесь, что камера показывает диафрагму 1,4. У Canon нет диафрагмы 1,5, поэтому я запрограммировал фокус на 85 мм для Helios 40 и диафрагму 1,4. Время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Это если вам нужно будет поправить точку фокусировки и вы увидите бэк или фронт фокус. Я объясню, как это сделать. Вот. Затем, когда вы убедились, что точно уже камера показывает диафрагму с наклеенным на скотч одуванчиком, вы вытащите байонет с одуванчиком из камеры, отметьте точные границы посадки справа и слева вашего одуванчика, уберите его, уберите остатки двухстороннего скотча и, не задев границы посадки одуванчика, уберите черную краску. Обезжирьте все поверхности, в том числе поверхность одуванчика, и потом только наклейте его на клей. Но не наливайте клей из тюбика ни в коем случае, а маленькую капельку клея нанесите с помощью зубочистки, которая здесь тоже в комплекте лежит. Сейчас я упакую одуванчик, все аксессуары, и завтра утром отправлю вам из Словакии. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.